лагает, блядь. Моздок, там, по-моему, Грифон или кто-то еще полетели перезаряжаться на аэродром. Скажи мне, что это за аэродром. Не знаю, я здесь на солях воюю. Я с тобой рядом воюю, я знаю, просто я, меня Грифон куда-то убежал. Я его найти не могу. Ах, хуй его знает. А прямо он за прямо на хвосте на шестерках сидит. А, у меня на шести, да, ага. Понял. О, спасибо. Бля, как он так делает, блядь? Отключается, что ли, блядь? На шикре, галоп, походу. Он хуяк-хуяк резко, блядь, оттормаживается как-то, блядь. О, лагает, А, блядь. так это называется lag switch. Типа он включает программу, которая ему пинг бустит, блин, и он типа начинает лагать в полете. А потом, когда ему надо, когда по нему перестали все стрелять, он такой хуясь и отвис. Их вообще-то, блядь, надо нахуй банить перманентно, причем. Так, у меня погнал еще процесс. Да, сесть хотят. Килобайт удачно. Да, все, спасибо большое, что отвлекли. Я уже в воздухе. Здорово, пацан. Да. Самолет с радаром у меня на соль, по-моему, хочет зайти.
возле меня на хвосте сидит. Опасно, опасно. На хвосте? Грифон. 76 снарядов, я хуй знает, как тебе помогать. Садись, 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 нет, садись, садись, оп. Держи шифр, блядь. Шифр, наверное, здесь, блядь. Попадание ракеты по грифону. Я не знаю, что с ним сейчас будет. Все, грифон минус. Готов. Все, супер. Спасибо большое, мазар. Почему? Почему-то мне засчиталось. Кто готов? Слим секрет. Грифон. Телефон минус. Чё? Соль вроде чиста. Шейкер вот где, блядь? Я с шикарями блокнулся, и в этом... Нет, там... 900, блядь. Шикар 1500, блядь. Пацаны, меня хорошо слышно? Да. Да. Конкуренция, блядь. Пойдем, у нас по триггеру поработаем. А что по триггеру? 16 человек. Интересно, что больше не Я не знаю, куда уже. Куда? Не знаю. Что? А, все, он не пробил. Посмотрите, что я делал. Я чуть-чуть. А, у меня все.
Я сейчас знаю. Сука, один руль сломался, блядь. А вот и Шикра. Да, это Шикра. Нет, это не Шикра. У меня Шикра. У меня не Афрон. Пизда мне. Сбил он меня. На четверке наверху враг. Помогите, на шести семерок, кто в воздухе? Шикра на мне. Я еду перезаряжаться. Моздока, что теперь? Земелька? Нет, у меня Фрон ебанул крылом. Я полетел на КДшку, а там Шикра, 4 ракеты. То есть ты выжил, да, после того, как в неё Фрон врезался? Да, выжил. Я пытался. Витя, если ты меня слышишь, веди на базу, я сейчас выйду с триера, помогу с этим чудиком. Блять, ну что, почему вот у меня вот на последние деньги начинается лагающая хуйня, а? Так, ребята, все, кто в воздухе, я купил зенитку, если еще ведите их на аэродром, я там их зенитка оформлю, низколетящие транспортные средства. Да, я тоже, блядь, как бы на зенитке. Сейчас перезарядимся. Я захожу на аэродром, который у нас на резке. Заряд, блядь, но я только вот только из карьера выезжаю. Давай, ты с чё кровь? Давай, я ставлю в небо, закрою. На четверке наверху враги, парни. Так. Как его продать? Надо крест подъехать, да? А. Или в эту хуйню надо заезжать? Где продажа техники? Пиздец. На четверке убил одного на крыше.
Там не один был точно. Да? Ну, сейчас проверим. Ну, про крышу точно не знаю, но на втором ярусе получается. Да, вон на втором ярусе, на первом этаже вижу. Засветы. Не простреливаю. Кто в воздухе есть? Идите на нашу метку, на какой-то нефрон. Я не понимаю, что он делает вообще, блядь. Он крутит размазанные бочки, блядь, как-то охуенно выставляется, при этом пацан скорость набирает. Это, блядь, что, нормально, нахуй? Знаешь, сколько я таких в воздухе вижу? Ну, маневры охуевшие совершают, чуть ли не пузом тормозит, блядь, при этом скорость набирает. Шикра в воздухе. Бля, забыл, как назад сдавать на самолете. Кто-нибудь помнит? Нет, как назад сдавать. Да нет, самолет назад не двигается. Блять, а как тебе сделать? Ну? Шаолинь, а можешь нам помочь? Тут меня фронт какой-то убил, будь добр. Мы у него на шести, но убить никак. Я вижу шикру. Не, фронт не вижу. Ну вот мы у него четко на шести. 40 метров высотового. А на безымянке враг, парни. Мы в карту возвращаемся, можно увидеть. Килобайт, килобайт. Подъедь, пожалуйста, сюда. Убей меня, подними, пожалуйста. Зачем? Я не могу самолет взять. Ага, понял. А ну так тоже. Нихуя. Рот, ну все, ее, вот прям на нас иди. Мы заезжаем в карту, у него высота 100. Чтобы тебя кружу там. Не могу свои какие-то ремонтные триггеры.
Восток, сделаешь что-нибудь с собой? Дай нам сесть. Сейчас. Появи, во, вот. Во, да, все нормально. Все, сейчас, 5 секунд. Можешь садиться потихонечку. Давай, Литу, чей квадрик? Мой. Моздок, убери путь топ. Сейчас. Так, по моей позиции работают там, поэтому, блядь, сюда не езжайте на тигрисы. Перелески, которые в этой позиции. Ну, я, скажем так, я там стоял уже сколько, там похуй. Там я просто за листвой надо стоять. Её нихуя, у тебя жесткая посадка. Да редко получается нормально приземлиться. Мета? Ну это потому что аэродром маленький. Ты один, да, в воздухе? Ну, можешь ты подождать-то, ну? Я вообще сижу, пока не буду. Хрен ты нас отгонишь, акула. В чем тут он? Да он же спрашивал, типа, что это я не могу догнать. Да, ты себя один. Слышь, Мята, а если скальпелем стрелять по танку, ему же все равно, если с вока предупреждение выскочит, да? Если залочить. Если ручками вести, да. Нет. Да, это что-то. А, то есть, ну, понятное дело. Мы отзываем Базард. Рина уничтожил. На острове враг, парни, если что. Че, все, налетались мы это, да? Да какой-то злостный бузерт. Мы, походу, его раза 2 или 3 на зенитке взорвали. Он решил мстить. А-а-а. 4 раза даже, мне это говорили. Он решил караулить, блядь, 10 лет, пока мы взлетать о, будем. Ё-ё, пиздец. Мята, я это сделал. Я увлекся. Что именно? Я доволен собой. А Бузард он дымит. Это Бузард был, блядь. Ну или что такое? Нажми, посмотри. Это помойка СРСов нас зажала просто вот по адовому. Так, ну что, воздух? У синих превосход с собой. В воздухе-то? Но еще три самолета. Ну, да. У меня деньги закончились, чтобы брать противника в воздухе превосходить. Увы. Кажется, им плохо. Ай, нормально. Че вы мутить собрались? От меня вылетают. Ребята, почему у вас ники желтые? Ах, 4 так подсвечиваются. Випка. То есть это с мочой никак не связано? Нет, мы не обоссались, нет.
Че, метный в триггер просто? Шо? Да с вами, наверное, погоню. Прыгай за баранку. Не, ну чё сразу дедовщина-то?